На очередном личном приеме к губернатору обратились жители Ульяновска и области. Екатерина Милюткина от жителей села Баевка Кузоватовского района попросила Алексея Русских помочь наладить водоснабжение. Сейчас в населенном пункте идет ремонт системы, и весной люди несколько раз оставались без воды. Как заверил глава министерства ЖКХ Александр Черепан, на месте ведутся работы по бурению второй водозаборной скважины, разработке траншеи по укладке трубопровода, укладке водопроводных сетей и устройству колодцев. Сегодня уже смонтированы две водонапорные новые башни, две новые скважины, одна уже прогулена, одна находится в состоянии работы. Будут более 200 колодцев сделаны, гидранты пожарные. Сегодня мы оцениваем готовность на 73%. Новую систему водоснабжения должны ввести до 1 октября. После воды займутся ремонтом близлежащей дороги. Жители села Боровка Меликесского района просят губернатора взять под личный контроль реконструкцию обелиска воинам Великой Отечественной войны в селе. В этом году в нашем селе производится ремонт обелиска. Изначально плиты были выложены неровно. И столбы из-за того, что их не зацементировали, они немножко искосились. Поэтому мы обратились к кое-кому, чтобы нам помогли, и после нашего обращения подрядчик устранил все указанные недостатки. В настоящий момент ремонтные работы продолжаются, но мы вас просим взять под личный контроль решение данного вопроса, чтобы мы его смогли довести до конца. Глава региона обещал проконтролировать данный вопрос. Окончание работ запланировано на конец июня. Также к губернатору обратилась мама двоих детей Айгуль Зайдулина. Семья переехала в новый район. Младшего необходимо устраивать в детский сад. Направление в дошкольное учреждение будет выдано. Анна Тищенко, Улправда ТВ.